Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Люди с буквой «Ф» в имени часто в чем-то сомневаются. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Они способны с легкостью начать любое дело, но иногда падают духом, отходят в сторону и пускают все на самотек. Нередко эти люди оказываются в центре внимания, щедро пользуются своим положением для извлечения выгоды. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. У этих людей может проявиться потребность блистать, быть центром внимания. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквы «Х», вы не встретите. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Главные качества личности – динамичность, справедливость, любовь и участие к миру вокруг. Этих людей отличает богатое воображение и широта взглядов, способность понять и принять окружающих со всеми их недостатками. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Они находят красоту в любых ее проявлениях. Реализоваться такие личности могут в сфере искусства, медицины, религии, философии и метафизики. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.